Всем привет, с вами Apple TM, и, ребят, наконец-таки серия игр World of Tanks пришла на iOS и на iPad, в частности, и это видеообзор игры World of Tanks Blitz. Давайте начнем. Итак, ребят, игра World of Tanks многим полюбилась на компьютерах, и вот, наконец-таки, компания Wargaming решила выпустить ее и на iOS и Android устройства. Пока что это все в огромной стадии бета, но об этом я расскажу чуть позже. В общем-то, что у нас есть в самой игре, это меню, ну, на меню мы останавливаться долго не будем, потому что это незачем. Также имеется магазин, в котором мы с вами можем купить премиум аккаунт, который дает какие-то плюшки, которые, в принципе, не нужны, и тратить на это золотые монеты даже... И особого смысла нету. К сожалению, я это понял, когда нажал на кнопку «Купить». Ладно, хорош болтать на какие-то непонятные темы, давайте окунемся в бой. В общем-то, у нас здесь есть три страны, это Америка, СССР и Германия. Будем играть за наших, и видим, что игра сама нам ищет наших соперников. То есть все как и на компьютере происходит, и на iPad. Игра нам сейчас найдет наших оппонентов, даст нам какую-то карту, и, в общем-то, с этой карты мы начнем наш с вами бой. Здесь мы с вами можем увидеть, что карта есть, соперников поделили на наших и чужих, и теперь мы готовы выйти и сражаться. Далее все стандартно, происходит отчет, и после отчета мы готовы выезжать и ехать. Обратите внимание на свет, он приглушенный, я просто хотел выделить эту картинку. Теперь у кого есть возможность, сравните картинку на iPad и картинку на компьютере. То есть вы можете увидеть, что разница есть, но она небольшая. Картинка очень хорошая, графика просто отличная, она такая насыщенная. И здесь мы с вами можем увидеть, что Wargaming потрудилась хорошо, и графика в этой игре действительно очень-очень крутая. Управление и интерфейс, ну, что касается управления, здесь все очень просто. Не нужно даже проходить никакого обучения, которое здесь, кстати, есть в начале. Все интуитивно понятно, что где нажимать, и, я думаю, здесь разберется каждый. Интерфейс, ничего не загораживает, танки, обзор, то есть, опять же, все хорошо видно, все хорошо прокручивается, не лагает, то есть мы видим, что игра действительно оптимизирована. Я решил объехать соперников с тылу, однако вы поймите, что это танк жизнь-боль, снаряды не суются в дуло, мы не едем, а ползем, один выстрел и привет. То есть, соответственно, танк очень-очень плохой, и, соответственно, в игре есть улучшения, которые после мы сможем поставить. Нужно просто выигрывать бои, зарабатывать золото и за это золото покупать улучшения. Об этом я опять же расскажу чуть позже. Теперь давайте поговорим о том, как играть в эту игру. В начале видео я говорил, что это игра в стадии бета. Это действительно так, игра в стадии бета, в эту игру могут поиграть только люди из Европы. Все, что вам нужно сделать, это просто в настройках своего Apple ID изменить регион на какую-то европейскую страну, скажем, на Данию, и вы сможете спокойно играть в эту игру. То есть, вот так вот просто можно играть. Из-за того, что бета иногда, конечно, встречаются баги, вот, например, сейчас исчезли все танки, и просто нужно выехать чуть вперед, и, соответственно, это все появится снова. То есть, теперь вы знаете, как с этим бороться. Теперь включаем тактику черепаха семитонная, заползаем под дерево и ждут, пока нас убьют, чтобы в итоге я смог продолжить обзоры и рассказать вам еще кое о чем. Вот, собственно говоря, это и произошло, и теперь о чем я вам хочу рассказать, это о улучшениях новых танков. Нам нужно перейти в дерево танков, и отсюда мы с вами можем видеть наш с вами танк, который отмечен зеленым. И, соответственно, мы должны его развивать, докупать улучшения, и только после этого мы с вами откроем новый тип танков. Здесь более 90 танков из Германии, США и СССР, и эти танки делятся на 4 класса, это легкие, средние, тяжелые танки-разрушители. То есть их не нужно покупать, нужно докупать улучшения на свой танк, и, соответственно, после того, как мы все купим на свой танк, нам откроется новый танк. То есть вот такая логика. В остальном игра просто очень отличная. Разумеется, после каждого боя мы должны пополнять наши запасы вооружения, то есть снаряды докупать, чтобы потом нам было чем стрелять. Также имеется 8 арен для боев, чат, отличная графика, отличный геймплей, отличное управление. То есть игра, ну вот прям очень-очень крутая. Будем ждать, когда она появится во всех App Store мира. А на этом все. С вами был Apple TM. Ссылку на игру я оставлю в описании к этому видео. Качайте, ставьте пальцы вверх, потому что это важно. Не забывайте о яблочках. Пока!